В настоящее время Саратовская область в лидерах по числу возгораний в Приволжском федеральном округе. За последние несколько дней на территории региона были зафиксированы более 300 возгораний сухой травы. Наибольшее число пожаров в Энгельском, Саратовском, Новоузенском и Красноармейском районах. Со вторника в регионе введен особый пожароопасный режим. Специалисты говорят, основная причина возгораний – человеческий фактор. К трагедии может привести даже брошенная в лесу стеклянная бутылка, которую солнечные лучи, преломляясь, могут превратить в линзу. Кроме того, не готовы к пожароопасному периоду районные администрации. По словам начальника регионального министерства по чрезвычайным ситуациям, в ликвидации пожаров в основном участвуют только силы главного управления МЧС региона. И их явно не хватает. Вот сегодня анализ. Из 96 загораний, это загорание на 13 загораний на территории Саратовского района. И то, что вы озвучили, загорания и пожары, это все было потушено и ликвидировано силами главного управления. Вы там участие нигде не принимали. Ни с техникой, ни без техники. Абсолютно нигде. У вас на сегодняшний день ничего. Я еще раз говорю, кроме слов.